Блин, да сколько там еще, наверное, в магните сидеть? Здравствуйте, к вам. Слушай, Люда, проваливай. А вот это вот вы зря. Рубль, ты меня заразил. А чё, магнит не заражается? Да он настолько тупой, что его заражать никто не хочет. Разошлись, разошлись, давай их сюда. Вы все на карантине. Ну все, лежите пока тут. Почему без маски? Ребята, срочно, они предлагают менять меня на какого-то Книжича. Я согласен, пусть меняют Книжича на тебя. Ты все равно нам ничего не стоишь. Не понял. Вы не можете так поступить. Поверьте, вы не пожалеете, что выбрали меня. Фоток с банкой, он был хорошим ведущим. Я докажу, что я лучше банки. Ну тогда вы и от коронавируса. Представляю вашему вниманию вакцину 2020. О, спасибо, братан. Спасибо. Крутой пацан. Видите, я доказал, что я лучше какого-то там банки. Эй, я старался, выблевывал из себя мелкий коронавирус, а ты вот так вот, значит? Лучше молчи. Да, и не забудьте, в общем, я приведу сюда своих друзей и фан-персонажей новых, которые тоже будут здесь участвовать, но в любом случае мы можем их кикнуть. Hi, everyone. Бог, фан-персонаж от Миши Борисова. Ну и дебил, фан-персонаж от Светы Соколовой. На торте эту вакцину не использовать. Книжич, если такой ты типа самый крутой, то размагните, пожалуйста, гвоздя и банду монеток. Да, пожалуйста. О, спасибо, так нормальненько. Книжич, ты самый крутой. Ха-ха, а я сумасшедший Дольче Мил. Хе-хе-хе. Пуньк. Никита, здесь сумасшедший Дольче Мил. Пока. Это со мной так не работает. Ну что, как тебе такое? Главное, это просто головой вертеть. Фанперсы, дебил, Света Соколов, Топок, Миша Бори, коронавирус, Максим Плужник, Гдечич, Фиолетов. Максим Плужник.